Приветствую, друзья! С вами репетитор и коуч Дмитрий. В этом маленьком видео хочу вам рассказать буквально словечко два о великом мультике обучающем, который называется Magic English. Пару месяцев назад я делал видео про Mazi in Gondoland, то есть для начинающих, для тех, кто с нуля, для деток. Великий шедевр, значит, Mazi. Поищите это видео у меня на канале, если вам интересно. Вот это второй шедевр. Magic English. Это сделала корпорация Disney. А вы знаете, что Disney чепухи не делает. Это практически самая великая кинокомпания в мире. А среди мультипликационных это просто, ну, не было и нет равных. Ее гении создавали, гении ее и продолжают. Что я вам хочу сказать. Если вы начинаете овладевать английским с нуля, естественно, у вас есть много... сложности, такое слово как бы негативное, это так как язык — это нечто большее, чем ногтевая эстетика, да, хотя тоже все относительно, но если так не заморачиваться, да, то овладеть языком — это овладеть некой огромной живой системой, и начинающий начинает теряться, естественно. Это естественно, да? То есть вы начинаете чувствовать, что ваш пазлик, который может начать чем что-то собираться из этих пазликов, да, вот представим, что у нас это общая некая картина языка, она состоит из миллиона пазликов, а вы где-то выхватили один пазлик, там второй пазлик, третий, а до миллиона еще не хватает сколько-то сотен тысяч, сколько-то, ну, и так далее. И вы начали, человек начинает демотивироваться и бросает это дело. Я понимаю, повторюсь, язык — это конкретно, это... Соответственно, новичку вообще-то, взрослому, без помощи сложновато. Но можно. Человек способен на все. В том числе владеть иностранным языком самостоятельно. И вот этот Magic English, он вам поможет. В первую очередь, конечно, он поможет деткам. Плюс также заключается в том, что детку можно заставить, в кавычках, я не говорю насилие, но... организовать день или вечер ребенка так, что он или она, например, сказал ему: так, ты свой телефон, этот великий свой iPhone, не трогай, сначала ты полчаса смотришь Magic English, можешь смотреть, скажем так, внимательно, можешь там головой вертеть, можешь хоть кверх ногами стоять, главное, чтобы ты слушал, мы делаем погромче, и повторял. Тут уже по ситуации, если вы хотя бы немножко владеете английским, вы поможете ребенку, можете вместе с ним громко повторять. Если не можете, ничего. Я проверял этот мультик на нескольких детках, в том числе на своих. Он делает чудеса. Естественно, большие чудеса он делает при многократном повторении. Итак, да, кстати, кроме Magic English, если вы взрослые, то позвольте напомнить вам о том, что у меня есть прекрасный самоучитель, видеосамоучитель «Английский с нуля. Правильный старт». Я его создавал в свое время именно для людей, скажем так, из бывшего СНГ, для тех, кто в английском ни букв, ни звуков, ничего. Больше такого самоучителя в мире нету. Реально нету. Ну, есть некоторые классные, ну как классные, ну есть, созданные языконосителями, но когда ты его включаешь, ты реально понимаешь, что человек... скажем там, возьмем 30 лет, да, человеку, да, он или она в школе что-то когда-то был какой-то там немецкий, что-то, а ему надо английский, не получится у него. Ну, не получится, он не одолеет, слишком сложно. Я это сделал самоучитель, действительно, мы там начинаем с букв, со звуков и всякое такое. И он делает чудеса, если, конечно, его пройти. Так что помните об этом. Ссылочка в описании есть, переходим, изучаем, отзывы есть, стоимость есть, все есть. Отзывы очень положительные, между прочим. Так, теперь возвращаемся к нашему Magic English. В него входят 30 видеоуроков, приблизительно по 25-30 минут. На YouTube вы найдете, так как оно, авторское право еще действует на него, то есть вы на YouTube найдете парочку каналов, которые его, несмотря на это право, выложили такие. Вот, ну, найдете. В основном 25-26 уроков. Полные 30, почему-то в YouTube обычно там не очень, это вы на трекерах, если хотите, найдете. И вот, и поехали, ставим ребеночку или себе каждый день вечером этот Magic English. Есть разные методики, разные подходы, как это делать, то есть подряд каждую серию смотреть сколько-то раз, или по одному разу, там, допустим, эти серии, а потом вернуться и опять смотреть, это уже... мы все индивидуальны, это невозможно сказать. Я бы рекомендовал вам, наверное, чтобы не надоедало и не отвращало вас, не отторгало,
по одному разу, мы прошли эти 30 серий, причем не сразу, не обязательно одну серию за один раз, там одну третью, по 10 минуточек посмотрели, вот потом обязательно еще раз. То есть вы потратили несколько месяцев на прохождение вот этого, потом опять и опять, и хотя бы так 3-4 раза. Это окупается, поверьте мне. Ваш разум должен услышать эти английские словосочетания, всякие буквы, звуки, вот, ну, некую эту природу языка много раз. Одного раза недостаточно. Одного раза, за один раз он что-то почувствует, ваш разум. Но знаете, как он почувствует? Это все равно, что вы посмотрите чемпионат мира, я не знаю, по футболу, какой-то матч за чемпион. Да классно, дядьки бегают. В принципе, во мне тоже что-то внутри. Да может, я так и... Ну, в принципе, я что-то начинаю ощущать. И вот вас завтра выпускают с ними побегать за второй матч подобный, за чемпионство. Ну, представляете, как вы побегаете. Вам нужно напитаться этим много раз. Много-много раз. Окей, друзья, пробуйте Magic English. Это шедевр. Я вам никогда в своих видео фигни какой-то, ну, не советую. Все это проверено десятилетиями, можно сказать. Мази и Magic English — это два шедевра, особенно для деток. Но для начинающих взрослых тоже нету ничего круче во владении чем-либо, чем игра и шутки. Запомните это. Я понимаю, что я, может, немножечко категорично, да, вас может сердить, что кто-то такой, чтобы нам советовать. Я людям помогаю с этим английским уже 25 лет. Мы иногда делали такие чудеса, что, ну, люди сами не верили, что мы такое можем сделать. Так что я знаю, что я говорю. Я все проверяю на практике. Все вот эти вот материалы, которые... Я всегда проверяю их несколько раз. Минимум. А потом вам советую. Этот Magic English проверен сотни раз. Не пару десятков. Круче в мире нету мультика. Мази и Magic English. Есть другие там всякие... О боже. Zippy and Me, там Sesame. Мы еще о них поговорим с вами. Ну, вот эти два реально просто, просто шедевры. Окей, друзья. Желаю вам красивого английского. Помните о моем самоучителе. Он реально классный, он уникальный. Просто я не занимаюсь рекламой и так далее. Я репетитор вообще по природе своей. Репетитор и созидатель. То есть я создаю эти курсы. Я не особо занимаюсь их продвижением. Если буду заниматься их продвижением, я некогда будет создавать и обучать людей. Тут. А если буду платить ребятам, которые это будут продвигать, то для начала мне нужно будет продать квартиры, так сказать, гаражи, дачи, дома, да, а потом это все слить в одно, это сам, в одном направлении. Да. Поэтому у кого есть ушки, тот да услышит. Окей, друзья, я вас люблю, встретимся в следующих видео.